Техническую оснащенность уборочной компании непосредственно на полях хозяйств оценивают профильные специалисты. Мы побываем в Большеглушицком районе. «Век прожить» – две разных истории расскажут наши корреспонденты из Сызрани и Жигулевска. «Мое отечество» – школьники Сергиевского района по крупицам собирают свою историю. Они участники краеведческого конкурса и частые гости в домах у жителей разных сел. В Самарской области придается большое значение мерам господдержки аграрного сектора, направленным в частности на приобретение современной сельхозтехники и оборудования в целях внедрения в производство высокоэффективных технологий. В текущем году выплата субсидий за приобретенную технику составила около 460 миллионов рублей. Эти средства получили порядка 350 сельхозпредприятий губернии. С целью ознакомления с ходом полевых работ, уборкой сельхозкультуры, технической оснащенностью хозяйств проводятся так называемые объезды полей. Так, в Большеглушицком районе специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия, депутатами областного парламента в сопровождении непосредственно представителей района был проведен осмотр пяти ведущих хозяйств. Участники прямо в поле могли наблюдать за ходом уборочных работ, оценить посев озимых и новую технику. Такие мероприятия дают возможность и из первых уст услышать о проблемах сельских тружеников. На месте изучаем ситуацию, чтобы, во-первых, самим подготовиться, во-вторых, довести до министра сельского хозяйства те проблемы, которые существуют у сельхозтоваропроизводителей, и совместно с исполнительными органами власти найти приемлемое решение, как и для сельхозтоваропроизводителя, так и для органов власти. То есть найти компромисс в решении тех или иных задач, которые стоят сегодня у крестьян. Одной из живых для обсуждения тем была реализация зерна нового урожая. Коснулись и острые проблемы нехватки рабочих рук. В целом же работы сельхозпредприятий здесь остались довольны, отметив и хорошую техническую базу, и практику долгосрочного севооборота. Хорошие перспективы у Большеглушицкого района есть, это радует. Думаю, что все меры государственной поддержки здесь срабатывают надлежащим образом. И есть диалог с руководителями, с сельхозтоваропроизводителями, с муниципальной властью. Я думаю, этот диалог нам позволит и дальше вырабатывать меры поддержки на региональном уровне, пользоваться мерами федеральной поддержки и обеспечивать все-таки дальнейшее развитие, я подчеркну, развитие сельскохозяйственных предприятий на территории Самарской области. Здесь, в Большеглушицком районе, подвели итог работе в направлении технической модернизации и в целом по губернии. Техники сельхозтоваропроизводителям приобретается больше, чем списывается. И, конечно, это благодаря тем мерам поддержки, которые сегодня существуют за счет областного бюджета. Это позволило значительно обновить машино-тракторный парк, парк зерноуборочных комбайнов. Ну а в дальнейшем, в последующие годы, мы планируем увеличить размер субсидий на развитие и техническую модернизацию в животноводстве. Столетний юбилей, веха пройденного пути. А если речь идет о событии в среде военных, то и веха истории, прожитой вместе со своей страной и ее народом. Столетие отметил военный городок, где сейчас расположено известное учебное заведение – Сызранское вертолетное училище. Ми-2 кружили и над стадионом Сызранского училища летчиков. Свое мастерство заслуженные пилоты продемонстрировали молодому пополнению и посвятили выступление на винтокрылых машинах круглой дате. Военный городок отметил столетие. Комплекс зданий, где сегодня располагается вертолетное училище, был построен еще в царское время. В 1913 году первыми новоселами городка были офицеры Усть-Двинского пехотного полка. Мы находимся с вами возле казармы номер 3. Одним из первых зданий были столовые, конюшни, заботились о лошадях и, естественно, духовной жизни была построена церковь в 1911 году. Благодарность тем строителям того периода,
тем раствором, который применялись. Но здания стоят 100 лет, и удивительно, в них летом прохладно, а зимой тепло. За век эти красные здания видели около 30 военных частей. Кавалерия, пехота, артиллерия, танковые, самолетные. С 1960 года уже более полувека полноправные хозяева здесь вертолетчики. На моих глазах здесь убирались печки, которые мы топили, растапливали дровами с Волги, которые мокрые, летели брызги, когда мы их кололи, и угольком топили. Потом привели отопление нормальное. И вот это, эти вот дорожки асфальтированные, зелень в городке, вот эти новые казармы, новая столовая, это все, многие эти дома, вот то, что стоят, не красные, строились на моих глазах. Историю военного городка от Усть-Двинского пехотного полка до вертолетного училища увековечили еще и серьезным литературным изданием. Авторы книги Виктор Куницын и Владимир Толкачев собрали воедино уникальные архивные материалы, фотографии, воспоминания ветеранов. Первые экземпляры книги на презентации вручили всем, кто принимал участие в создании нового исторического издания, тем, кто интересуется военной историей и историей родного города. Марина Дмитриева, Илья Машин, телекомпания КТВ «Луч», город Сызрань. Целый ряд акций, последующих за Днем солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября, привлек к участию многих неравнодушных к такому событию людей, и, что отрадно, молодежь. В Безенчугском районе молодые люди считают проявлением активной жизненной позиции участие в подобных мероприятиях. Дата «День солидарности в борьбе с терроризмом» учреждена в связи с трагическими событиями в Беслане в 2004 году. Тогда в результате теракта погибло более 300 человек, 150 из них – дети. В акции почтения памяти погибших в результате терактов приняли участие школьники, студенты аграрного техникума и медучилища. Жертвы эти неоправданы, и причем в мирном населении, причем дети. Мы показываем этим всем, что нужно беречь, ценить людей. Символом памяти в этот день стали белые бумажные журавлики. Участники акции говорили свои пожелания о том, чтобы все люди Земли жили мирно и счастливо, никогда не задумываясь о терроризме и войнах. В небо отпустили белые воздушные шары, как символ памяти погибших от рук террористов. Ирина Андреева, Наталья Гонзуревская, телерадиокомпания «Аспект», Безенчугский район. Особого внимания заслуживает 100-летний юбилей человека. Гордость в обществе вызывают те, кому удалось прожить целый век. В Самарской области 26 пансионатов для ветеранов войны и труда. В настоящее время более 60 человек, в них проживающих, достигли 90-летнего возраста. А 7 ветеранов отпраздновали 100-летие, как и Марфа Никитишна Самойлова, жительница Жигулевска. Марфа Никитична Самойлова родилась 1 сентября 1913 года в селе Подвалье Куйбышевской области. Училась 2 года в церковно-приходской школе. С детства помогала по хозяйству и нянчила младших братьев и сестер, которых вместе с ней было 11 человек. С 10 лет начала работать в поле, вышла замуж и уехала с мужем в Самару. Работала на пароходе, грузила соль, затем сторожем в бригаде по очистке газовых колодцев. Закончила трудовую деятельность в детской инфекционной больнице города Куйбышева в 1964 году в связи с выходом на пенсию. Жигулевский пансионат стал вторым домом для всех проживающих там ветеранов. Услуги ветеранам оказываются качественно, с заботой, душевно. Да? И вот этот период долголетия, период активной жизненной позиции, он сохраняется в наших учреждениях. В день своего рождения Марфа Никитична принимала поздравления не только от друзей и представителей администрации города, но и от президента Российской Федерации Владимира Путина. От души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество. Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека во все времена складывалась история нашей страны, ее побед и достижений. Олег Калмыков, Наталья Глухова, телеканал ФТВ «Жигулевск». В
Вот уже 6 лет в Сергиевском районе проводится конкурс среди образовательных учреждений под названием «Мое Отечество». За его историю 70 участников стали победителями и побывали в северной столице нашей Родины – Санкт-Петербурге. Такова награда за победу. В этом году 5 школ района заявили об участии в конкурсе. Один из самых ярких проектов о традициях чувашского народа представили ребята из села Старое Якушкино. Чувашским гостеприимством встречали членов жюри районного конкурса «Мое Отечество» в сельском поселении Старое Якушкино. Край родной, Чувашский край, наше Экодолье. По таким названиям школьники провели этническую экскурсию, в основе которой, конечно же, знакомство с обычаями, традициями и культурой чувашского народа. Костюмированное действие с сопровождением песен на чувашском языке. Гости праздника окунулись в эпоху давно забытых времен. Здесь их ожидали рассказы о житии предков, о рукоделии, о национальной кухне с выпечкой настоящего чувашского хлеба и многое другое. И все это было организовано не просто на улице, а в празднично украшенной избе. Происходящее настолько завораживало, что комиссия сама не прочь была вовлечься в процесс. Катались на лошадях и даже доили корову. Мы собирали материал, ходили по старинным домам. Вот, например, в этом доме нам дали вот такие вот материалы, ткани льняные, которым больше 170 лет. Готовились к презентации ребята в течение месяца. Пришлось перечитать немыслимое количество различной литературы, а также покопаться в интернете. Экспонаты и забытые обычаи узнали у старожил села. В результате получилось очень интересно и познавательно. Впереди у участников конкурса мультимедийная презентация, где дети поделятся впечатлениями о своих проектах и продемонстрируют их друг другу. Ну а победителей ждет главный приз – поездка в Санкт-Петербург. Надежда Илларионова, Дарья Минина, Антон Иванов, служба новостей телекомпании «Радуга 3». С именем Льва Николаевича Толстого неразрывно связана история Алексеевского района Самарской губернии. Сюда, в свое имение, он приезжал многие годы. Здешний климат и распространенный тогда в этих местах кумыс шли на пользу его здоровью. В нынешнем году отмечается 185-летие великого писателя. Событие совпало и с 85-летием самого Алексеевского района. Праздник в честь столь значительной даты начался с торжественной части, где были отмечены заслуги района и прежде всего людей, которые трудятся на этой земле и создают условия, чтобы жизнь земляков становилась комфортнее и привлекательнее. Сельским труженикам были вручены подарки и почетные грамоты губернатора, главы района, губернской думы. Милая российская глубинка, чистая, как первая Россия. За последние 2 года Алексеевский район заметно продвинулся в социально-экономическом развитии. Здесь открылся многофункциональный центр. В детских садах создано 60 дополнительных мест. Начал работу социальный центр обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Ремонтируются школы, больничные корпуса, строятся спортивные площадки. В районе активно работают жилищные программы, проводится ремонт дорог, возводятся очистные сооружения. В аграрном секторе значительно увеличился оборот сельскохозяйственных земель. На подъеме направление по созданию семейных ферм. Активно закупается скот и техника. За 2 года машино-тракторный парк обновился на 24%. Транспортных средств было закуплено на 94 миллиона рублей. На празднике широко развернулись выставки художественного и декоративно-прикладного искусства местных мастеров. Все желающие могли пройти импровизированный мастер-класс. Особые впечатления произвели на гостей реконструкция исторических событий и парад сельскохозяйственной техники. Завершился праздник традиционными здесь алексеевскими конными скачками, начало которым свою бытность положил Лев Толстой.